В эти дни внимание миллионов болельщиков приковано к играм 78-го чемпионата мира по хоккею, который с 9 мая проходит в белорусской столице. Поэтому не случайно в гродненском филиале республиканского унитарного предприятия «Белпочта» открылась филателистическая выставка под названием «О спорт, ты мир». Она посвящена планетарному первенству. Свои экспозиции представили 17 коллекционеров из Беларуси и Польши. Возраст участников от 10 до 70 лет. На выставке есть несколько уникальных экспонатов. В частности, здесь находятся марки первых современных летних Олимпийских игр, которые состоялись в Греции в 1896 году. Много чего интересного. Есть с ошибками марки. Но в основном вот, в детских коллекциях особо раритетов нет. А у взрослых есть раритетные марки. Но цену мы не раскрываем. Какая, потому что с целью сократности, и чтобы не знали, у кого они, у каких владельцев находятся. Потому что сейчас такое время, что после выставок бывают случаи уже и у нас в Беларуси, что приходят гости потом к этим людям, у которых есть раритетные вещи. Владимир Матрёничев также представил свою коллекцию, которую собирает около 40 лет. На экспозиции можно проследить историю развития хоккея. Филателист начал собирать марки тогда, когда блистала сборная Советского Союза. Вся проблема в том, что если чемпионаты мира начали проводиться официально с 1920 года, первая марка, на которой был изображен хоккеист, появилась только в 1948 году. Только тогда. Она здесь представлена, есть у меня в коллекции. Еще долгое время тоже не замечали, как бы ничего не издавали, посвященное хоккею. Но потом, когда уже хоккей завоевал такую всемирную, будем говорить, известность, пошли марки уже косяком. Выставка «О спорт, ты мир» носит пропагандистский характер. Поэтому всем ее участникам были вручены дипломы и статуэтки с изображением хоккеиста. Кроме того, во время открытия экспозиции состоялось спецгашение. Куда? Где вы здесь? Мне марочка, чтобы захватила. Угу. Спасибо. Жители и гости областного центра смогут посетить выставку до 25 мая. Наталья Иванченко, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+.